Приговор о хищении около 55 миллионов рублей у логистической компании «Зерно Сибири» оставлен без изменений и вступил в законную силу. Телеканал «Омск ТВ» рассказывал о преступлении. Установлено, что директор организации и два руководителя фирмы «Дары Сибири» договорились и похитили средства логистической компании. С января 2019 по май 2020 года между «Зерном Сибири» и «Дарами Сибири» были заключены договоры на поставку зерна, его хранение и оказание услуг элеватора. В действительности, подрядчик не располагал такими объемами и не мог выполнить обязательства. Иными словами, логистическая компания оплатила услуги, которые по факту не были исполнены. Вину в совершении преступления мужчины не признали. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд назначил каждому фигуранту наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штраф по 800 тысяч рублей каждому, а также обязал в полном объеме возместить причиненный ущерб. Подсудимые не согласились с приговором и попытались его оспорить. Однако судебная коллегия отклонила апелляцию. Решение вступило в законную силу.